моим домом? Что? Что тут? Что? Где все? Что случилось? Профессор, нас подрывают. Кто? Что случилось? Что с моими дверями? Я не знаю. Херобрин летает, подрывает город. Раскапывай меня, я не могу выйти отсюда. Сейчас раскапываю. Вот, слышите? Что это за взрывы? Давайте, валим отсюда. Где он? Что с домами? Я не знаю. Что с... Куда пропадают дома? Что? Что творится? Блин, нет, вот бежим! О, нет! Ой, меня задело! О, нет! Нет! Белоглазый ублюдок! О, нет, только не мой дом! Мой дом! Блин, мой дом! Ох! Валим, профессор! Я вернусь! Мне страшно. Что делать, негр? Что делать, негр? В лес бежим. Нет! Нет, мой дом! У меня там была заначка под туалетом. Подожди, может она осталась, может она не взорвалась. Моя заначка! Да пошли, моя пошли, заначка, дебил. Наш дом! Нет! Пошли, дебил, твари! Да наш поселок! Да ты пос... Иди сюда, негр! Да ты посмотри, что с на... Что? Что с нашим прекрасным поселком? Ай, да похер, валим! Ну, бежим, бежим! Ай, белоглазая сволочь! В лес, валим! Блин, он походу... Он, похоже, хочется... Он хочет это вообще все взорвать, быстрее! В лес он не зайдет. Он боится лесов, он только в пустынях, а снега он боится. Вообще-то у него свой лес есть, он лесов не боится. Он снега боится, его... В детстве снежками закидали, до усрачки. Где? Куда? Куда бежать? Что делать вообще? Туда, куда? Ой, это что за пенёк лысый? Кто это? О, здрасте. Здравствуйте, лысый пенёк. А, ночь! Мы ж твое кафе сожгли. План, прости, мы погорячились там. Ой, а чё у тебя с ногами? Они все в крови. Чё с тобой вообще? Ой, Херобрин напал перед тем, как взорвать ваш город. И чё? Понятно. Так ноги не порубал топором. Да, я вижу, вот тут кровь, раны. Чё будем делать? Идемте, надо спрятаться в моей деревне. А он ее не взорвал? Нет, там ваш старый знакомый. Он как увидел Херобрина, так целый дом из кирпичей выстроил. Капец. Ну давай, веди. Ну, давай быстрее, пердун старый. Хрен лысый. Давай, еще косой давай. Такой, дай еще пинка. Еще пинка дать. Кстати, ты успокойся. Ночь, а когда Майнкрафт 1.4 выйдет, а? А я тут уже не при делах. У Джеба а, спрашивайте. Окей. Ты на пенсию ушел. О! Да? Вау, а вот и деревня. Ничего себе. Ух ты, какой. Какой мостик. О, а там кто-то ходил. Ты кто? Ой, смотрите, сколько железа надо запомнить, потом соберем. Ты кто? О, здравствуй, привет, друг! Мы с тобой привет, не виделись дружба, 10 лет! Здорово! Здорово! 10 лет не виделись! Сколько я тебя не видел! Да, ура! Что же нам теперь Опа. Делать? Я вижу, ты ночи нашел, да? Да, а ты как с ним знаком? Это наш глава деревни, я тут недавно поселился. Понятно. Красивая деревня! Да. А можно я вот этот себе дом захапаю? Вот этот? Черненький. А, наверное, этот дом. Учить этот буду. Дом, наверное, мой друг выстрел, да? Да. Ой, можно я его себе запилю? То, только там еще воняет. Осторожно. О, ой, я нечаянно. Да. Прости. Ну что же мы теперь будем делать? Где же все ученики, кроме негра? Где? Надо будет за ними вернуться. Их Херобрин, наверное, похитил. Нам нужно оружие, броня нужна. О, тут арсенал есть. Арсенал. Можно тут у вас одежды взять? Ночь, всякую? Можно? Да. Спасибо, берите. Вы такой добрый, ночь. О, яблочки еще. О, класс. Я теперь буду супер стиляга. Классно. Давай, выходим. Ха-ха-ха. И, кстати, негр, я хотел тебя попросить. Теперь я больше не твой учитель. Называй меня на ты, мы просто должны вернуть наших друзей. Хорошо. Да. Ну что ж, теперь, когда у нас есть броня,
Мы можем отправиться на поиски Херобрина, но перед этим смотрите, сколько там железа. Я предлагаю собрать его и сделать еще более лучшую броню. У меня кирки нету. Ну, я думаю, ночь нам даст. Да, ночь, ты же нам дашь? Да, только не жгите деревню, как кафе. Ну, ты нам главное выпивать не давай, и все будет хорошо. Шахта? Ну что ж, ладно, давайте тогда... Ладно, потом пойдем в нее пойду. Давайте все тогда спать, завтра тогда будем разбираться. Давайте. Хорошо. Всем споки-ноки. Давайте. Я еще чуть-чуть книжку почитаю тут. Так, это... Так, ну все. Спокойной ночи, все. Ох, какая хорошая ночка. Ох, почему я проснулся? Что, книжку, наверное, почитаю. Эх, книжка, моя книжка. Стоп, что это? Что это? Что это? Нет! Нет! Это слезы! 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 Это слезы! Слезы! Это слезы! Это слезы! Это слезы Херобрина. Да, точно. Ладно, почитаю книжку. Стоп, что там за звуки? Стоп, если это слезы Херобрина, значит. Значит. Тихо. Так, берем мой фамильный меч, который сохранился у Вьетнама. Так, тихо, обходим его. Вот он меня испепелит своим взглядом. Ой, так, 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 так. Моему вьетнамскому другу. Спит, падла. Так. Так. Тук-тук-тук. Так, просыпайся, тварь. Пошли Херобрюса убивать. А, что, что, быстрее, где? Быстрее, бежим, почему там Херобрюс. Почему ты меня разбудил посреди ночи, скотина? Я спать хочу. Да пойдем, ты смотри, что тут на улице творится. Что? А, нет, слезы Херобрина. Смотри, он? Вон он! Вон он! Вон он, давай! Бежим! Убиваем его! Бежим! Быстрей! Быстрей! Быстрей, 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 быстрей! Мочим его! Мочим, мочим, мочим! Быстрей! Ах, это скотина слишком быстрая! Хрюшка Брюк, иди ко мне! Ой! Ой, он слишком быстрый, я не могу его догнать! Ой! Гарбор, ты где? Черт, я вот иду! Где он? Блин. Где он? Я эту тварь еще со Вьетнама помню, как она за нами гонялась! Да! О, нет! Блин, что это? Зомби! Это его... Давай! Это зомби или это наши фанаты? Нет, это зомби, это зомби Херобрина. Это какие-то злые фанаты. Ай-яй-яй-яй, им не понравилось. Это такого даже во Вьетнаме не было. Ай, им не понравилась пятая серия. Блин, ай-ай. Да что тут такого, блин? Сколько их тут? Да блин, их... Ай, там еще и крипер, блин, это невозможно. Наверное, где-то должен быть босс. Где-то дальше должен быть босс, Гаст. Там крипер есть. Гаст, тут где-то должен быть Гаст. Тогда, когда мы его убьем, Херобрюс ослеп! Блин, черт! Нет. А, тупой смертник, что за... Опять эти террористы, подрывники. Нет. Где же Гаст? Где же... Вон, Херобрин! Херобрин опять! Быстрее, бежим за ним! Давай! Где он? Вон он, давай, идем быстрее. Пельмени с ножками, пельмени с ножками. Блин. О нет. Лук. Нет. У тебя есть лук? Нету. Отбивай то, что. Ай, блин. Отбивай, пытайся отбивать. Я пытаюсь. А. Это нереально сделать. Нет. Ай. Блин, мне нужен лук. Или мы их не убьем. Может быть это Гитлер? Что с ним делать? Он весь наш лес сожжет. Ай-яй-яй-яй. Он кидается блинчиками горелыми. Ай-яй! Ай-яй-яй! Бежим в деревню за подмогой, за друзьями. Давай, давай, идем. Быстрее. Ай-яй, блинчики, блинчики. Ой, нет, наш лес. Быстрее, бежим в поселок, в поселок. Хорошо, хоть злобных фанатов убили. Да. Больше дизлайков не будет, наверное. Сзади, друг! Друг, сзади! Где? А-а-а, пошел вон! Ай-яй-яй!
Ай! А! Друг, бежим, ай. Друг! Он мне ногу поранил, я не могу встать. А. Ой, давай, я тебе помогу. Помоги мне. Где ты? Вот. А, давай, тебе попку. А. Да, молодец, все, отлично. Давай, идем. Быстрее, бежим быстрее, в деревню. Пошли. Смотри, я... Ай, нет, я не акробат. А как я перепрыгну? Блин, придется обходить. Быстрее, идем. Ай. Сейчас я землю скопаю мечом, отлично. Смотри, что с наших фанатов выпало. Меч. Фамильный меч. Злобных фанатов. Негр, негр, быстрее, просыпайся, негр. Негр, быстрее, негр. Чё, да я спать чёрт, хочу. Это летающий... Чёрт. Пельмени, блин. Пельмени летающие. Наша деревня горит. Быстрее. Что там такое, блин? Чё у вас закипишь? Чё это такое? Херобрин, херобрин, быстрее. Я одного застрелил уже. Стреляйте им в хэд. Тушите, тут все горит. Да какой тушите, убивайте. Минус один, так, еще где? Будьте начеку, будьте начеку. Еще где-то должно быть два. Тушим, пока тушим. Быстрее. Ой. А вон он, давай, давай. Гасим, гасим. В ухо стреляй, в ухо. Блин, да у меня дом весь горит. Да... Тушим, тушим его дом. Ай. Ой, фак. Ой, там еще и твой друг горит, Гарбор. Ой, дом горит твой. Да что? А где ночь, интересно? Я его там строю. Ладно, не будем ночью будить. Стоп, а где ночь? Вдруг его похитили, проверьте его дом. Его нету. Нету. Он пропал. И мои... Да он его делал, блин. О нет, и школьники пропали. А дом до сих пор горит. Да хули он горит? Ой, извините. Он мой фонтанчик сломал, скотина, что я его забыл застроить. Да быстрее, там крыша горит. У кого-нибудь есть строительные леса с собой, нет? Нет. Так, ну что, вроде все, да? Пельмени кончились? Херобрин побита, надо чинить. Херобрин. А может давай сначала отдохнем после такого, идем лучше чаю выпьем. Да сейчас, подожди, давайте. Подождите. Херобрин, тварь тупая, если ты меня слышишь, то знай, я найду своих друзей, отомщу тебе. Я тоже. Да ты-то чё? Чё я? Чё ты? Пойдемте чай пить. Кому пойдем? Пойдем. Я. Пойдём. Тут дом немного раздолбанный, но. Можно попить чай? Давай чай. Блин. Ой, нет! Ай! Фак! 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 Всё. Умер. Наливай. Чай дай. О, конец. Какой? Какой конец? Давай чай. Конец, какой конец, конец? Давай чай, я тебе сказал. Да все, конец. Какой конец? Чай мне быстро, чай. Чай дал. Чай мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, да давайте, надо убрать. Вчера, блин, как-то много достал. Убираем. Ой, они опять блинчик не капают. Все, попка нам, попка нам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дом горит, я тушу. Ай, дом горит. Не, ну что делать, что я не знаю.